Ежедневно дорожные и коммунальные службы городского округа Солнечногорск с помощью поливальных машин обрабатывают порядка 200 километров дорог и тротуаров. Специальный состав чистящего средства позволяет одновременно убирать грязь и дезинфицировать проезжую часть и пешеходные дорожки. Сейчас мы наблюдаем, как проводится дезинфекция межквартальных проездов в деревне Кривцово дезинфицирующими средствами. Также дополнительно проводится дезинфекция детских площадок, контейнерных площадок, уборка их от мусора, прилегающей территории контейнерных площадок. Ежедневно в масштабной помывке общественных пространств округа задействованы около 200 рабочих и 50 единиц техники. Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.